Ульяновские ребята в День защиты детей отправились отдыхать в загородные лагеря. Утром маленькие туристы собрались у Дворца творчества детей и молодежи. И первоклашки, и подростки радуются долгожданным каникулам. Лицеистку Екатерину Мозгову пришла проводить не только ее подруга Саша, но и очаровательная корги Милана. Девчонки явно в хорошем настроении, ведь лето – это маленькая жизнь. Она едет в юность, поэтому мы не увидимся 21 день. Не увидимся 21 день. Достаточно давно знакомы, поэтому, конечно, будет тяжело. Но, тем не менее, решила выйти проводить все-таки в такой прекрасный солнечный день. Заодно прогуляться со своей собакой. Поэтому надеюсь, что моя подруга и все, кто едут в лагеря сегодня, хорошо отдохнут, удачно проведут свое лето. Для детей из многодетных семей и семей участников спецоперации путевки бесплатны. В первую смену в лагерях Ульяновской области отдохнут более 30 тысяч школьников. Оформить путевку несложно, утверждают специалисты Министерства просвещения. Заявочная кампания в регионе проходит с апреля месяца. Родители на заявительной основе обращаются в уполномоченный орган, подают минимальный пакет документов, главный документ, подтверждающий право на бесплатную путевку. Летом заработают 297 школьных лагерей, 110 лагерей труда и отдыха и 20 загородных учреждений. Во всех местах отдыха организованы программы воспитания и проекты нового общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.